Привет всем Realm Guardian'ам, с вами Xigas из Triple Vibe. Неделя обновлена, и сегодня мы покажем вам дроп с Nightfall'ов на всех трех персонажах. На этой неделе в качестве Nightfall'а у нас карта Ocean Storms на Луне. Из модификаторов увеличенный урон Solar Arc оружием и модификатор Grounded, благодаря которому вы будете получать значительно большее повреждение, находясь в воздухе. Это означает, что данный страйк проходится моментально. Таникс падает в пределах 10-15 секунд, и вы можете получить долгожданный лут, не прилагая особых усилий. После первого убийства Таникса не появилось никакой информации о том, что же нам выпало. В данный момент работает очень нестабильно с самого старта игры. Но в итоге двое из нас получили далеко не самый худший лут. Мне упали перчатки на Варлока Nothing Manacles, которые превращают гранату под названием Scatter Grenade в разрывающее оружие для PvP, за счет того, что гранаты у вас теперь две, а осколки преследуют цель. Джонни получил Last Word, один из лучших револьверов для PvP на сегодняшний день. Второе убийство Таникса прошло не так гладко, как первое, и пришлось за ним немножко побегать. На этот раз Джонни получил легендарную снайперскую винтовку, которая, скорее всего, пойдет на разбор. Мне же упал Монте-Карло. Наверное, самое эффектное оружие после Галлахорна в игре, но кроме внешнего вида, оно не может ничем похвастаться. Ники получил очередной Universal Remote, экзотический дробовик в основной слот. Не самый лучший вариант для использования, особенно если учесть нерв дробовиков в ближайшем будущем. Ну и за третье убийство Таникса я снова получил экзотику. Три экзота за три Nightfall'а – достаточно редкие явления. На этот раз мне упала броня на Хантера под названием Crest of Alpha Loopy. Очень неплохой выбор для похода в Trials of Osiris, потому что данная броня дает возможность быстрого воскрешения своих напарников и увеличивает максимальное количество патронов в специальный слот. На этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если получится собрать 5 лайков, будет круто. Пока.